Два лупа на коне. Ты ебался, блядь. Говорил вам хуй, да. Две буквы. Блять, не бачу. Та же хуйня. Ну я пойду покурю, а вы создаете какие-нибудь вопросы. Эх, сука, не так брал. О! Уп, нахуй. Мне кажется, тут только так и открывать. Ну да. Может быть. Посмотри, как это может можно загрузить. Ну, типа там написано, что можно загрузить последнюю стейт, типа. Когда он ливнул, там типа написано лоу. Ну, я не могу его просить. Я, может, когда будешь создавать, может, по хуйне. А че он вообще ливает? Как это? Лимит у него падает. Заебал он. Тут в танки пиграли, блядь. Аж нихуя себе пилять. Да хуя. Что за нахуй? Мне еще дальше. Ебануться. А, я забыл. Ливаем, да? Ну сейчас придет. Нажимай. Ой, блядь, заткнул. Сука! Ебать, я зашел на машину нового. Ну ты ж курить пошел. Блять, я обосрался 20 просто. О, Кирилл, ты тоже? Дай шанс. Дай шанс, молодой. Вот сейчас. Вот, ну вот здесь. Вот здесь? Ой, ну вот на последнем, вот там да, сейчас будет, что не падает. На последнем будет, блядь. Будет охуенно. По лупам мелкая. Так, ну что, ладно, ливаем тут. Конечно, ливаем, ебать, такое хорошее начало. Ну да. Я уверен, специально там тумблер дернул, блядь. Ой. Не, нельзя тут никак ничего восстановить, блядь. Нельзя, блядь. Может, Андрюша, блядь, что у тебя там с интернетом, заебал? Ну, дропнула, так знает. Заебал. Зимняя хуёвая, предлагаю либо вот эту с костями, либо пиратов. Либо первую вообще хуй.
Давайте первую. Начинается. Первую, блядь. Вторую, нахуй. Питер, я первый выбрал этот цвет. Какой? Буду за петуха играть. О, наконец-то, Андрюш, ты выбрал, блядь. Блядь. Вообще, блядь, панда какая-то унылая. А вот есть внизу load save написано, видел? Load кого? Load save. Это то, что я тебе говорил. Красавчик. Охуеть. И ты еще раньше меня нажал пробел, ебать. Панда, давай, блядь, соберись. Здорово. Кастовал. Охуеть, зомбаки. Вот это вы карту выбрали. Сейчас опять этот злой дядька будет с этим, блядь. Ля, сколько их сразу, ебать. Ну вот это тяжелая, да, одна из тяжелых из-за того, что тут вот этот хуй. Ну она прикольная. Ебать, он полетел. Плюс 10. Мой петух полетел. Ну, а я? Прикольно. Заеб... Ну, коньяра. Тебя тоже вообще я поцелую. Да я знаю. Видимо, на ужин он хочет курицу. Андрюх, ты опять, блядь, минуснулся, ебать. Бля, пожди, я проебал вообще, где я нахожусь. Ой, ебать, вы чего нахуй? Ебанулись, хлопцы. Ебать, не понял сейчас. Откуда там появилось это? Ебать, я дебилоид. Сам себя ебанул. А мне, да. А чем тут, тут прикол в том, ебать ты, Андрюха, смешно, голова у тебя дергается. Прикол в том, чтобы побольше бомбочек собрать, или... Ну, бомбочки, это ты можешь ставить еще одну бомбочку подряд. Ну, я понял. А это... так вообще кто выиграет? Ну, да. Опа. Ой, блядь! Запутался. Вот, сука, спал мой этот.
Пизда, ебать. Я хуею. Ах ты ж, блядь, пизда хана. Забанил, блядь. Я не знал. Закрыл немножко. Вот это прикол. Ой. А кто? Пипу! Мы с тобой оба умерли. Ебать, у коня оружие. Mm-hmm. Ну, конь, проверь, нормально ли лупашит? А конь последний, а третий ходит. Ля. Фу, нажми, чтоб ебануло. Как говорится, главное съебать. Конь, ты сейчас тоже это видел, да? Да. Хорошо. Нахуй. В школу. Ебать, блядь. Что ж ты больно-то, блядь. Ах ты, хитрый жук. Ля, ебать, ну просто эти. Приберем, да? А мог бы панду минус ночь, чтобы не мешало. Что ж вы все так дохуя ходите ко мне? Да я хуй, вот я тоже... скоро рипнусь. В принципе, ах, неплохо иди. Походил. Еще разочек будет. Руки за глотку, да? Ооо, я. Моя игра. Я, блядь, выпрыгнул там, дебил. Что, устроим охоту на петушка? Кирилл, если что, тебе спину бросают, пока ты охоту на петушка устроишь. А ты на там против петушка. Ай, блядь! Я так же, как дебил, упал. Пиздец. Я вообще не знаю, нахуй ко мне Кирюха пришел, блядь. Я себе стоял спокойно и припиздил. Да потому что тебя никто не упасил. Андрей ждет, выжидает. Так он знает, что нихуя. Кирюхе пизда, что ли? Если не попадет. Ой, ебать, красиво. Сосни хуй. Это было красиво. Ебать ты. Мне пизда. Ты видел эту хуйню, ебать, сейчас? Фу, я что-то за камерой не могу забраться в этой игре, ебаный. Получается, Андрюха всех наебал? Наебал, пидор. Единственный правильный пошел. А я достану? Не, должен. Ну, до Димона достанешь, до коня нет. Ну, до коня и не надо. Как же больно. Открываешь. Бля, прикинь, прям впритык. Там дилда, по-моему, есть. А, там... Там ружо. Кляп. Соли в жопу. Так, смотри, я тебя ближе к сундуку поставлю.
все. Именно эту цель преследовал, да, когда стрелял? Ну да. Ой-ой-ой. А, тут еще один. Прикинь. Да? А я, если честно, думал, что я к этому иду, а там еще один остался. Ко мне, да, пойдешь? Сука. А, не, он не ко мне идет. А, вот сейчас я замолчал. Ой-ой-ой. А чё прицела нету? У всех нету прицела? Ага. У меня тоже нету. Так, кстати. Да ебать, как я тебя не сбил? И хп нет. А, там ебался, да? Ай, сука. То есть ты на лошади пила. А можно хоть кого-то убить, блядь? Петух. Ебать, кто я отсосал хуй. Ах. Ой, блядь. Не бой. Ебать, я много хожу. Пока мы можем с тобой еще побороться, получается, Андрю. Конечно. Это правда включение, по-моему, куда у меня да. Какая разница. А наш вместе типа рядом идти так приятнее, не так скучно. Сейчас, правда, ты съебешься на 15 клеток от меня. Скорее богу. Сейчас бы один было бы смешно. Ты потеряешь свой кактус. Ага. А потом еще и елдаком поебал и получил. Не факт. Не, он не пойдет с ним. Ебать, еще все эти прокляты. О, нет. Свободен. Тикеляп. О, здорово. Здорово. Подкинешь, если что. Постараюсь. О, ебать. Моя любимая. Ой.
Ебать. Ну, этот, сука, с места должен стоять, блядь. Опять! Ну, Кирюха, не на чем тебя подкинуть, блядь. Слышь, телепорт, сделай на Андрюху телепорт. Нахуя? Ты его въебать хочешь? Да не, ну просто сделай на Андрюху телепорт. Андрюха, оставь. Бля. Не, сука. Охуеть. Ебать, я хожу под ним, блядь. Третий раз подряд. Нахуй за ним пошел, ты дебил. Зато кактус ебать под этот самый, под хабаки. Либо я больше прямо пошел. А, я ж только откинулся, я. Сейчас тоже откинется. А чё это? А там рядом Кент стоит. А, Кентуха, да, значит? Ого. Ебать, они... Ебать. Андрюх, походу петух это твой персонаж, смотри, как тебя везет. Блядь, тупо Андрюха наебал всех. Смотри, как скачет, блядь, плюс 9. И охуеть. Хорошо, что я в кактусе. Ну это не точно. В смысле? Ебать. Ну, да, прям как на подборе. Все для меня, блядь. Хватит задры ебаный, я ебу. Ебать, Димон, походу, тренился. Что это за хуйня? Да, тренился по-любому. Блядь! Смотри! Ебать, зря время не теряет, молодой. Блядь. Перехвалили. А можно по второму туру не обгонять хоть немножко уважения к данному персонажу? Петуху? Да. А кто тебя обгоняет? Там все меня обгоняют. Опа. А будут мини-карты, в которых я могу играть? Нет таких. Еба. Это ж... Корефан там наш стоит. Так ты съебешься, а я останусь. На ракете есть. Бомбать. Еще и 8. Прикол. Ну, похилялся зато. По нахуй его и так порешают. А, по мне? Понял, принял. О, ты, кстати, с перчатки можешь его ёбнуть. Хороший план. Мне пизда. Если шо, Кирилла катает на вторую стенку. Это так. Не знаю, за что петушка только что казнили. Батя тут собрал на этой части. Кикеля. Глянь, тики ляп и голова конича на елке, блядь. Бальца надо на одну. Гля. Охуеть. Добрый вечер. Блин, я дальше всех оказался, ебать.
За что с петушком так ебать? Сука, как же я ошибся. Как же я ошибся, ебать. Да ебать! Что, Димон, конь хочет у нас? Сука, не хочет. Отскочить. Глянь, шары-то увеличиваются. А остановка накаляется. Аля что делает, ебать? Ну, сука. Ну, сука. Все на петуха. Да за шо, ебать? Ля, ебать, этот уже накатал. Иди нахуй! А, сейчас кто-то из вас может в топ-1 ворваться, кстати. Вот залупа! Я Димон и не дышал. Фух, аж подспотел сейчас. Опа. Охуенно. А где это хуй? Ебать, я ебать. Девяточку нахуй прилил. А чё ебать на... Мне вообще кто-то подскажет, блядь, где находятся эти самые, блядь. Вот те стрелочка. А-а-а. А вот оно. А вот оно где ебать ходит. Ага. Ну, давай. Ебой. А вот он. Вот он, где, сука, появился, а? Чик. Выворачивай карманы. Прыг-скок, прыг-скок. Стой! Ага. Пиздует, ебать, такой, глянь, молодой. Ой, ебать, все мои любимые, сука. Я уже обосрался. Нахуй надо это я тупо все провожу. Ебать, сука, Димон, сдается. Нереально на этой клаве, ебать. Понахуй. Я не понимаю, почему ты побеждаешь. Да.
сейчас работает, ебать, плюс 4 почему-то. Мы на ракете поедем. Андрюх, ты опять судьбу хочешь наебать? Где третья душа? Вот одна. Вон вторая. Третья нет. А, вот. Ну и куда ты ходишь, блядь? Блядь, мои любимые. Это подборка любимых игр мини-игр Андрея. Блядь. Красиво. Андрюх. А мы что, друг друга уебали? Да, мне даже не пришлось напрягаться, ебать. Ушел. Ты ж сука. Блять. Сам себя закопал. Да ебать! Да ебаный рот! Да, сука. Наша флота не обогнала, да? Схуяли, блядь. Так получилось некрасиво. Садись, прокачу. Ну нахуй эта хуйня. Пизда, это мой, мой ключ, глянешь? Охуенно. Ля. А, 39, сейчас ключ заберет. Это не мой ключ. Ебать, сейчас обидненько. Угу. Самую малость. Так, а что у нас есть? Ебать, у меня тут факты. По-другому можно походить? А ты в одну сторону все кликай просто. Нах ты мне подскажешь? А за что ты делаешь тут? Да ебу я. Блять, он мне сейчас бошку оторвет. Походу тикиряп. Петушня, блядь. Хуяк. Выебался, уехал, блядь. Надо было ебануть его все-таки, блядь, из-за перчатки, блядь, Андрюха, я говорю. Ну что, у тебя есть второй шанс? Да нет. Оо, моя любимая игра. Так ты выиграл туда. В прошлый раз. Вы все кричите, шоу моя любимая, и побеждаете в итоге. Ага, блядь. Я в нее, блядь, раз второе место занял, я не выбираю. А вы попиздеть. Не говорите, блядь. Там конь ебать. Сука, прям такси на лицо. Да ебать, я ж ушел.
Да ебаный в рот. Поэтому Димону пиздил. Ага. Тут вообще похуй, подпрыгаешь, не подпрыгаешь. Да пизда, ля, блядь, был пустой проход, какая-то хуйня уебала. Я был близко. Димон еще дальше пошел. Ебать! Как он достал меня? А как, блядь, это ебать панда дальше всех? Какая панда, блядь? Я, сука, последний нахуй этот конь ебаный убежал. Ебать, конь на 3 обогнал. Ой, печет пердак нахуй данной игры. Бать, опасно. Полетели. Опять мы тут с тобой, да? Хорошо, блядь. Привет, Ули, как говорится. Ой-ой-ой. Есть пососать, как говорится. Так, пососать, что у него один. О, ну, там сосать нет. Да, я могу самому себе только нагнуться, блядь. А вот это я Андрюха. Ты так уверенно идешь к сундуку, но у тебя нет ключей. Серьезно? Разворачивайся, друже. Хорошо. Хорошо, блядь. Ля, нахуй ты меня хейтишь? Представь, за что эту шкуру закинули за гриву? А? Ебать, Дима там, конечно, коня захейтил. Так я не понимаю, за какой хуй, я его даже не трогал. Ебать, мы с тобой лада кидали. Нахуй ты кликаешь, зажми и пиздец. А, можно так, да? Опа. Перчаточка. А, сука, меня захейтил, чтобы... А, так мне сундук далеко. И ключей нихуя нет. Телефон звонит. Не вовремя я так дохуя хожу, когда не надо. Да-да. Ах, вот так вот, да, Андрюха?
Решил не бить его, чтобы он за мной попал. Нет. А его бить не собирался. Не, не, не надо. О, блядь. Трошки покусают тебя. Андрей, включи на сундук. И меня. А ебать, Андрей. Это что у Андрея один сундук, ничего, у Кирюхи 30 ключей и 2 сундука. Вас не смешно, а при чем тут сразу Кирюха? Не, ну просто вот эти стрелки на Андрея мне не нравятся. Ага, у Андрея есть, да? Хорошо, у Андрюхи есть, хорошо. Давай, дружище, иди ко мне, молодец, мой пупсик, хорошо. Так, Андрюха подставил тебя, да? А чё Андрюха поставил? Андрюха просто пошёл. Ибу я, блядь. Ускакал. Охуеть, блядь, Гарри Поттер. Ой. Попутал, блядь, с этими самолётиками. Я, блядь, стеряю вообще своего персонажа, если что. О, минус. На пару чей, блядь. Ебалась оно, блядь. А ну, сейчас я приду. Опа. Лошадка, сука, выпала. Опа. Можешь разбиваться, Брюс. Сейчас, ебать. Все. Рушило нахуй. То что было, извиняюсь. Вы кучера в Ване хейтите, он сейчас откроется. Олен. Жалко, что они ничего не дают за то, что я его убил, ебать. Чуть-чуть бы дали что-то. Да вы же говорили, что не будем его убивать. Или похуй. Ну, Димон себя спасал. А. Он бы Димона второй раз, наверное, к ним ударил. Чё? Ну, этого мы не знаем. А не хватает ключиков, да, братан? Самую малость. Стики. Самую малость. Как раз следующий ход откроют. Так у них нет ключей открыть. Ну иди тогда налево. Здорово. Хватало бы идти, да? В смысле, а за что дилда? Компенсат. Не, там, наверное, под сундуком. Подарок. Ну да, там подарок. Ебать, обрезали-то головешку. Я так думаю, я сейчас до сундука не дойду, меня убьют. Есть такое предчувствие. Кто это сделает? Да, так и есть. А за что меня въебали, дико, извиняюсь? Ебать, он с километров въебал меня. Это лошадь это ебаная, нечестная. А, блядь. Ебать. Блядь, ну как вы так делаете, ебаный в рот? Я до сих пор стою вообще в приколе, блядь. Сука, ебать он напиздит. Сука. Лошадку пиздит. Ебать, если что, у Димона больше всех. Нихуя. Да ебать, как у вас это получается вообще, я не понимаю. Да за что? Ну что, я выкину. Сука, чуть-чуть его. Вот Димон меня и убьет.
Блядь. Блять, у Кучерява появились ключи открыть. Ебать, ваш рот. Убьют меня, нахуй. Да никто тебя трогал. Он толку не дал ему ничего, он мог ему дать дилдо. Да я, блядь, забыл, что он там стоит. Забыл, да? Для таких профессионалов эта маска не работает. А то есть, если б знал, ты б меня въебал, да? Скажи честно. Ну я ж тебя не тронул. Ну все. То есть сейчас, в следующий раз ты меня въебешь. Правильно? Это два удара в мою сторону. Держишь, горит кули, никто не трогает Кирюху и пиздит Андрей. Я Кирилла не убивал, и у него еще есть проблема. Походи. Сундук открывал, ничего так следующим ходом? Ничего. Ничего, говорит, ничего. Не, похуй, на последний месяц все равно. Я туда никуда не уйду. Не достанешь. Опа. Вставай на пидорунок. Так, а шо у нас? Достает, нет? Ну что, не видишь, прям у ног заканчивается. Ох, подарок спизил. Ну, Пидорунки. Я все понял. Ну я ж тебя не обидел, слушай. Ну как сказать, бля? Слушай, ну я ж тебя не обидел. Там сундучок хотел открыть, да? А тут. Да не, я не. Ну, извини, пожалуйста. Извини, пожалуйста. Бог простит. Ага, понял. Ну чё ты? Андрей курит? Андрей курит, Андрей. А, минус Андрюха. Да не, он курит, наверное, пошел. Он что-то говорил. Если сверху сообщухи нет, значит он еще жив. Да. О, что-то движется, блядь. Сука, ебаный самолетик. Ёб твою мать. Да ебать, что со мной? Ой, ебать, ебать. Я не понимаю, почему он дает быть тем мягким, мы типа все подбираем одновременно. Мы типа все подбираем, все бусты. Просто нахуй уже работал. Вот мы все подбираем, но он отрывает от меня, ебать. Он на поворотах как-то. Лучше делает что-то. Кирюха, ты не ошибешься? Ебу я, Андрюх. Ошибусь. Пиздец. Ух, ебать! Я понял, что он делает. Он угол срезает на поворот.
Не ошибёшься, да, Кирилл? Я ошибся уже. Дима, слава, ты ошибся. Дзинь-дзинь-дзинь. Блять, ни разу, чтобы вы понимали, не разбился. Все равно, блять, проиграл. Ебать. Ой, что там есть? Красная хуйня какая-то. Видишь, да, Кирюх? Чинаган. Помнишь про осадок? Вот. Да, вижу. Заново появился, блядь. Говорю, блядь, пацаны, у вас ничего не связано с другими? Да не, говорит, не связано. Не, блядь. Не, это новый в этой игре осадок. Уже. А что ж я такого в новой игре, блядь, сделал? Только что магнитиком спиздил. Да ну так себе, осадки, ты живой-то остался. Ну ладно. Ну, ты тоже резнулся, в чем проблема? Блядь, они там будут ходить по кругу, пока сундук не откроют. Да я уже не буду ходить там. Фух, не нравятся мне эти осадки, блядь. Ой, не нравятся, блядь. Блядь, чуть-чуть, блядь. Тики ляп. Его я ебу там уебало, блядь. Сходи ты на один больше, блядь. А шо ж ты так бежишь далеко? Ёбаный рот! Там моя ловушечка немножко такая. Не выдумывай. О, глянь, проснулся, друже. Друже, ты проснулся. Там как раз рядом есть... А. О, это не моя игра. До свидания. Прощай. Ебать, да? Конченый сука. Спасибо, Бонни, спасибо. Чисто легкая. Что размышляешь? Кого въебать? Тики-ляп. Осадочек остался. Понял. Я, видимо, ты всем насолил. Я вообще не понимаю, с чего это все взяли. Ну ладно. Я, пацаны, я сейчас схожу, и мне надо отойти. Минут на 20. Хуя. Да я шучу. Ну, минут 20. Я не открываю. Ой, слава богу. Спасибо. Что так мало. СПС НЗ. Не достает, да? Самую малость не достает. А он достанет. Да, он достанет. Блядь. Такой крик, блядь. Смысл, если его не убьешь. Под яйки ему, под яйки ему. Только, только разозлил, ебать. Только разозлил! Ой, сейчас. Мне пизда. Я знаю, я смотрел, сейчас еще раз пойду гляну. Осадочный. Все, я крайний, да, ходил? А чё ты туда пошёл? А, хули, Андрюха ж открывает уже там сундучок. Ой, глянь, тики-ляп. Ебать там юшки уже, смотри. Вс,
все, я сейчас приду, Хопс. Ты на сколько? Я минутки три, потолок. Тоже две минуты три. Алло. Алло. Бля, такая ебанутая эта настолка, она одна из худших. Да я ж говорил, давайте ее вырублю. Так я бану против. Она никому не нравится. Ну она вообще ебнутая. Ну этот же Андрюха начал это оставлять. Она конченная, она рандомная, нихуя непонятно, что делать. Я, блядь, не пойму, куда я появился, когда, ну, типа, сдыхаю, и, блядь, не могу найти себя, пока появлюсь. Так, ща, пару секунд. Приехать можно. Все здесь? Алло. Алло. Алло.
А ты айка скурился или сигареты? Сигареты, сейчас. Шо, айка скуришь, че? Вообще, да. Алло. Алло. Поставь сразу вот тут, пожалуйста. Говорю, айка скуришь, че? Да. А что с твоим вейпом? Ты говорил, вообще не работает, да? Надо менять там что-то? Да, ну, баг меняет. Баг? Угу. А сколько он стоит, не знаешь? Да хуй знает. Ну, а так он нормально рабочий, типа, если поменять. В хорошем состоянии. Что для тебя хороший? Алина. Нет, ну просто чтобы работал нормально и все. Алло. Алло, этот вейп не фонтан. Но я так, как я понял, у него этот старенький еще, простенький. Ну такой, как у тебя был. Ну он хороший вообще. Ебать, какой он такует. Ебать, все, сняли меня. Второй раз сняли. Да за что? Да ебать, а можно немножко пощады? Где я? Ой, сука. Ой, блядь. У меня вообще ноль. Где я? Да ёбаный рот. Выскочил. Да нихуя непонятно, блядь. Сколько ты Андрей фрагов сделал? 8. 13. Пизда, блядь. На одну. Ну тебя нахуй. Пизда. Хуя, так. Все-таки добежал ты, Андрюха. Нормально, проб. Опа. С ним он там нормально соберет. Парни оранжевые там справа, давайте подумаем о своем поведении. Ребята, а что он... Андрюх, Андрюх, нам не выгодно. Я понял, я не стреляю, Димон, по оранжевому фокусу. Я не могу туда достать, вариант. Теперь мне не выгодно. Получается, застрял. Идите нахуй, я вас не звал. Охуенно. Давай, души, братан.
Если что, у черного хватает на два сундука. Да. Бабах. Тебе не хватает. Не хватает, да, говоришь? Он не умрет, да. Ой. Братан, недалеко ты ушел. Приветик. Диман, в осадке, подождите. Пятерик. Ну, нечестная игра. Андрюх. Бля, я ж нажимал. А что с ним? Одного меня лагает? С кем? Ну, меня лагает. Ай, блядь! Ебать, а как Димон уже два вкинул? Он мне их закинул, потому что меня лагает. Сука! Поебать меня, почему меня так пидорасит? Да идите нахуй! Кто белый, блядь? Кирилл, иди в жопу. Я хуй его. Можно я, блядь, забью? Можно мне хоть один забить, ебать? Мы ж тебе и забиваем. Нет. Не так? Не так работает. Ебать! Накидал нахуй! Ты видел, блядь, в конце Кирюха просто три пальца? Нет, по столу походит еще первая, блядь! Пиздец, ебать! Вы слышали, он только что сказал, и это залупа. Ой, ты перчатка у него, блядь. Чики-бум. Ла-ла-ла-ла. Выворачивай карманы. Хуяк. Слышь. Опа. А вот она, возвраточка летит, конечно. Опа. Прямо в голову, блядь. А? О, опа. Привет. Чё, как оно? По-моему, сейчас что-то будет. Если я не ошибаюсь. У, сука, ебать. У, нахуй. Давай, порчал. Пим, нахуй. Тики-ляп. Ебать, вот это с Димона ключей высыпалось, я ебу. Я сейчас умираю, да, походу? Нет. Походу, да. Я понял, хорошо. У тебя было уже ключей хватало на третий сундук, иди нахуй. То, что, бля, у Кирюхи хватает. А при чем тут я? Блядь, мне нравится, как вы вот это начинаете, блядь. Да, мне просто прикалывает выбор цели.
у одного из наших друзей. Охуели, я первый раз по кому-то вообще дал, ебать. Все, выдал, да? Тут Андрей на вы, я вообще молчу, меня захуяли дважды. Ага, еще что пиздят, ебать. Ну, бля. Ай, блядь! Оп. Прыгнул. Андрюх, мы сейчас друг друга ебанули? Я оружие забыл, блядь. Да ёб твою мать, бля, не попадаю. Да ебаная, бля. Охуенно. Сука. Забыл пестик. Забылся? Ебать, как я не попал по лошадке? О, сука, лошадка попала. Ах ты ж, блядь. Не успел выстрелить. Охуенная игра, блядь. Ну еще таких был. Это чисто вендетта, ебать, это так. Хуяли от тебя, да, Андрюха? Да. О, сука. Интересно очень. Очень интересно. Что тут у нас происходит? Очень интересно. Шо, ебать, а я долечу на ракете? Да. Я сегодня не поседа, я ракета, я торпеда. Полетели. Говорит, да. Сейчас посмотрим. Глянь. Хуяк стоят, моряк. Ой, по-моему, мне сейчас бушку отрубают, ну то похуй. Ой, пацаны, а вам там сундучок видели, блядь? Подкинули нормально там. Что, мошенник? Сука. Спасибо, пацаны. Садись, прокачу. Охуенно. Нормальный хуй. О. Да ты, сука, шлёпаешь? Алё, тормози нахуй, дядя. Глянь, на уверенных. Ну, берёшь его в следующий ход. Фух, блядь. Сейчас камеру подрублю, пацаны, подождите.
Блядь! Самую малость не хватило, блядь, хотел же снал, блядь. Ебать, сложная игра. Ну такое. Бывает, да. Оп, глянь. Тики оп и нырнул. Да не. Давай, блядь, выбирай хуйню. А! Какой? Там не выдумывай, ты что, прикалываешься? Не-не-не. Очень хочется мне крестить. Успокойся. Нет, 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 нет. Иди вари макароны. Поставил женщину на место. А? О. Здоровчик. Блядь, ну иди ты нахуй. Я ж тебя не трогал, сука. Ты не трогал. Сейчас, подожди, прогноз погоды открою, гляну, что там. А вот, обещают осадки. Блядь, это на весь ряд в моих ключах. Пиздец. Я съебался. Голос ёдок. Некрасиво, да, Димон? Еще на один. Да. По панду надо пиздить. Да, немножко. Да не выдумайте, но пацаны. Я... Да, у меня нет фокуса пока. Да, 50 ключей, парень, держу в курсе. Фокус группа, блядь. Заебали. Ну, они телепортнули. Уля-ля. Ого. Может, будем тормозить чуть-чуть? Я ебу, бля, гля. Ля. Чвирк. Чвирк. Андрюхи еба. Ой-ой-ой. Пацаны, вы понимаете, что Андрюха? Куда он, сука, топает? Алло. Там Димон только что подоспел, блядь. Я, блядь, в шоке, нахуй. Давай, сейчас будем, нахуй, собирать биткоина. Оп. Блядь. Кто осознал его? Самый первый. Ебать, я взял от нее отклонился нахуй. Прошню, сука, взял. Ай! А ебать, ебаный... Мало, нахуй. Ебаный конвейер ускоряется. Какашечек нагрел. Ебать, я обосрался в этой игре. Самую малость. Ты, блин. Глянь. Оп, через дорогу чисто. Перешел. Блядь, ну там, я думал, если честно, ты этому типу, блядь, кинешь, чтоб он не ебашил, блядь, меня. Вот так вот, да, ебать? Ого. Ты сдал мне. Блядь. Ходи вниз, ходи вправо, влево. А там два сундука, ебать. Замануха. Нихуя себе, а чё он так пошагал? Аж на три. Так, а что я могу? У него ещё перчатка и два ружа. Я могу чем-то его ёбнуть, интересно? Бомбочка. Это... Как тут? Перейдите. Да, у тебя дилда есть, ебать?
Да у него алло, все нах... есть, блядь, он все собрал. А, ребят, это нормально то, что у меня вообще ничего не кладет? Все, home disconnect from the game. У меня тоже disconnect. У меня. Схуяли. Андрюха, наверное, дропнулся. Нет, Андрюха здесь. Да нет, я вас слышу. А, ну создай игру только с загрузкой. Меня написала... Выкинула нахуй. Сервер грузит. Вот сейф. Ну нам только новую начинать сейчас. Да не факт. Если новую, то я пока срезался. А какое второе сегодня число? 22. Ну тут 3. Надо последняя, братан. Давай. А, это какой-то, блядь, интервью. Ма. Ну так что получается? На 22 число. Только карта. Сейчас я подойду, короче. А? Не. Я не люблю. Что, рисовую лапшу? А, я думал рис. Что, не получилось загрузить? Не, нет. Последнее, это у нас зимнее шок осталось. Ну, нажми эту загрузку. Ты выбрал ее? Ты эту зимнюю? Ну, загрузи зимнюю, чтобы мы не сначала. Что, все, пацаны, пизда хана? Угу. Олейна. Да, говорю. Пиздец, да? Так а что, зимнюю загрузишь или нет? Зимняя загрузится, но я не знаю, как она там распределит или нет. Не, я зимняя это долго будет, я, короче, буду хавать сейчас. Я... Так что, нет, тогда не играем? Там зима там реально надолго затянется. Алло. Олейна. Мы, короче, расходимся, да. Понял, принял. Все, если что, то вечерком еще. Ага, да. Вечерком.